Сегодня у нас 9 июля 2019 год. Вот мой второй день уже. Так, ну, берем плод и вытаскиваем столбушки от старых пирсов. У нас все, что оставалось здесь. Жерди, доски, которые там внизу были прибиты. Вчера вот здесь повытаскивали вот это все. Вот оно. Вот. И сегодня вот тоже братья на плоту плывут. Вот. Нестор тут купается. Далеко не отплывай только. Я не собирался. Ага. Сюда, сюда, сюда. Да, вот, все, ну, сейчас посмотрим, что они будут дальше делать. Там Игорь Добунов уже расшатывает столбушки. Какая трава высокая. Вы сюда толкаетесь, куда вы сейчас уплывете туда. Вот так, а круче. Все, идем прямым курсом. У них корабль большого плавания. Для этого пруда. Я вот что достал. Доску? Доску. Ну сейчас они вон уже подгребут сейчас. Тут гвоздей немерено. О, хорошо вообще ты идешь не просто. Надо было лопату взять штыковую. Очень удобно гребсти. Я вам не напомнил об этом. Все, они уже приближаются. Вот от этого шеста можно легко будет отталкиваться сюда на меня. Можно с этой стороны зайти, еще лучше. Какой? Вот с этой? Вот с этой. Давай сейчас там. Ух ты, Игорь, здесь он, да, видел, да? Нет, я еще не видел. Что там? Вообще тут такие сосны. Да ты что? Вот сосна такая. Как бы мышки не распороть. Так, вы надо было... Спокойно плывите. Если заденете, то лучше не плыть. А его видно прям дальше. Вода всем чистая. Давайте сюда. Вот доску вот эту вот забирайте. Да, я сейчас возьму еще. Вот, я обуюсь, чтобы поближе подойти. Сюда, сюда, расходите. Не, ты наоборот, ты что? Не, стоишь, убери. И прям по ней иди, вот по этой, хватайся. Да, вот такая высокая. А ты заикарись, толкни вот туда вот шест. По центру вот так втолкни его прям и стой. Сбоку. Сбоку вталкивай его. Сейчас, сейчас. Ты каждый, с каждым движением ты уходишь куда-то. Пока ты не втолкнешься, тут сейчас я вас не придержу, вы будете тут как болтаться, как кишкомоты. Так, держи. Так, сейчас попробуем вот это выдернуть. У него парусная плота, его тут прям ветром разворачивает. Тянется, да? Нет. Давай. Как не... Вот так вдоль. Нет, нет, на себя не поднимай. Вот так, да. Надо поровней класть вам. А? На поровней класть. На плот? Да. Ты просто воткни. Поровней. Ты его воткни прям в шест. Воткни его. А он не воткнется. Вертикально. Как не воткнется? Воткнется. Вот так, да. Вот так. Во, втыкай. Во, вот так вот, да. Сейчас более-менее. Он все равно куда? Надо было маленькие шесты. Нестор! Мы же большую палку взяли. Надо было сказать Нестор, где он? Все,
Сейчас я вам принесу. Тут у меня палка есть. Подам. Вот, Георгий. Вот. Я сейчас запущу тебе. Сейчас я его положу. Ага, клади. Она сухая. Это что она? Пойдет. Все, я ему дал якорь. Ага. О, этим другой сделаем. Так, что у нас тут? Сейчас вот это все сделаем. Там еще вот мы видим палку. Сейчас вот это все. Вот это вот сейчас вы прямо над ним. Вот он, видишь, вот он. Да. Вот его надо тянуть и должен пойти в коло. Я отсюда буду тянуть. Вот у нас раздевалка была когда-то. Сейчас уже наладом дышит. Вот он. Вот. Не-не, он отплывет сейчас. Вот. Гляди. Угу. Что я тебе сейчас принесу? Вот он. Вот, гляди какой. Тут дом можно построить. Из этого всего, да? Дмитрий, только поровнее надо ложить, а то у тебя потом кавардак будет. Да, ровненько клади сейчас. Не-не, ты не на этот не клади, ты эти сначала начни. Я подержу вас, а ты клади их ровно. Вроде нормально, тут вот так пойдет, кто-то тянется, да. Это нормально. Так, вот жалко этот длинный шест, он мешается, его куда бы. А, вот так, да, вот так, боком сюда, я его сам развернул. То и дело подворачивается, вам сейчас. Сейчас вот давай, гляди, вот этот вот, бери, хватай его. Длинный. И можно будет уплевать уже. Если мы сейчас его вырвем. Он, наверное, связан. Да, он связан. Он связан вот с этим вот. А вон он, возле берега колышется, вон он. Вон на плот его клади через плот. Вот тогда. Все, клади его, клади, клади. Кладу, да, все. Вот так, да, вот. Сейчас выдернет его. Вот это должен. О, пошел, пошел. Все, выдернулся. Это кол пошел. А, тот большой выдернулся. Вот там тоже выдернулся? Нет, я нет. Вижу пока, что тот, тот... Вот здесь вот здесь вот выдернулся. А, здесь он выдернулся, вот, да, этот тоже выдернулся. Да. Ну, надо отвезти тогда, отвезти надо. А я, он еще это, вылу. Вылу, вам надо сюда подгребать ко мне, и я тогда буду его подтягивать. И надо будет ходку... Я думаю, мы сейчас просто оторвем. Давай сейчас это тронемся и оторвем его. Сейчас вот это оторвем сначала до конца, а потом туда я... Да, У Игоря сперва оторвать. Из меня ничего не сделает будет там. А нет, я тут просто так висю, балдею. Сюда, отталкивайся сюда плотом на меня. Вот так, да-да-да-да, еще. Тот держит. О. Держит, держит, держит. Вырывается, нет. Он все вырвался, он лег. Тоже там да, вырвался. Все, вырвался, да. Теперь он вырвался. То есть плот тут такой тяжеленький, хороший. Все, он вырвался. Нестор Андреевич, давай вылазь из воды. Мне твоя помощь нужна. Так, ну и что это? Так и зависли мы. Давай-то вот эти вот колышки вытащим. Надо это... Плот сюда додерни, этот выдерни. Не-не-не, плот продерни. Давай. Вот, плот сюда. Прям под ней, чтобы так он и шел. Сейчас я вас туда еще направлю сюда. Надо жертв приподнять, он упирается это. Да, жертв приподнимай немножко. Ага, вот так. Вот, наконец-то догадались. Давай, давай, еще. Еще сюда идем. Ты не там отталкивайся, тебе надо перейти на другой это, угол. Или центр хотя бы стать. Вот так, да, вот тут толкайся. А тут и не сюда. Давай, давай еще. Давай еще, чтобы я ухватился туда за него. Ничего не понимаю, что мы стоим на месте? Да я... Вы, наверное, на какой-то колышек нарвались там внизу. Может быть. Может. Да нет, ничего мы не нарвались. На чем-то мы повисли, однако. Давай, 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 толкни еще. Ну, немного осталось-то. Во-во-во-во.
Не-не, я говорю, что-то уперлись. Да, уперлись. Давай бодрашку. Я здесь раньше, брат, проплывал, я там буксовал тоже, вот в том месте именно. Там какой-то этот толбушок торчит. Здесь даже ты подтянуть не можешь. Разворачивай. А я как потяну? Мне за что-то надо браться? Не, за то берись. За ту, вот. Вот за эту-то я смогу вас потянуть. Все. Вот и все. Вот. А теперь подходи сюда из-за него, вот этот колышек держи, тяни. Сейчас, давай. Давайте. Все. Вот. Что сюда нужно было сделать? Его складывать надо. А он сейчас сложится. Ну. Так, ребят. Ты сюда его, догоняй, сюда углом на меня. Да, я все. Вот так, да. И туда его сейчас. И туда его. И все. Эту жерть-то достаньте. Она длинная очень. Сейчас, мы сейчас сделаем. Сейчас ее сюда будем выдули. Вот туда. Туда выбегай ее. Сюда, вот за меня. Еще дальше, чтобы тот поднялся. А то он тормозить будет. Так, теперь смотрите, что где тут рядом есть. Я не вижу ничего. Так, здесь вот был пол, когда мы были. Все. Иди снимай пока. Как в минут, как они первую ходку повезут до конца и потом включать будешь. Не, почему? Подвезем. Нормально, вот сидит хорошо тут, все. Блин, пока есть. Так, ну что? Смотри, где тебе удобно. Рубем на разгрузку? На разгрузку, да. Ну да, на разгрузку надо. Все, пойдем. Длинным шестом только можно плыть на разгрузку, больше никак. Бери длинный шест. Ах так, грести. Вдоль берега идти. Длинным шестом только. Нормально. Только длинным шестом, иначе мы тут зависим. А ты до обеда. Ну, как рули. Давай, корма. Вот, бери прям, вот и прям вот так, как идем. Толкай. А ты им греби. Чтобы разворачивался. Вот сюда, я вот сюда сейчас вставляй его, шест твой. А я разверну вас. Ты вот сюда шест, так? И вот сюда вот именно. И все. А я вот вас вот так вот раз. А ты сюда вставляй его. Вот туда, стой. Во. Вот это твое место. Поехали. Вот. Не, под углом надо было вставать. Ты что делаешь? Натягивай. А теперь толкай все, да? А, вот так, да. Я да. Выговорил его как бы. Так а ты перехватываешь еще руками-то подальше и вообще можешь толкаться, не знаю, до самого. Потом, когда я его тяну. И перехватывайся до конца. Еще, хватай его, давай еще. Вот теперь перехватывай. Руди. Теперь. Я подрулю. Я подрулю вас, если что. Мне главное, чтобы вы ход набрали. Тогда на ходу я вас легко подруливаю. А когда вы стоите, я, конечно, ничего не буду делать. Стой. Вот так вот. Я спалку держу. Стоп, все. Разворачивайся. Да. Сейчас я шест перекину в другое место. Сейчас шест вот сюда вставляй, вот тут по центру. И боком идем. И туда ближе вставай. Вот так, отлично. Давай, толкай. О, прошли. Здорово. Еще вот чуть-чуть. Сюда туда вот его толкни, туда подальше. Володь, гляди, как четко идем. Сейчас на берег выскочим, смотри, по берегу как на надувной подушке пойдем. Да. Сейчас у вас упрется. Действует благословение. Я встал. Вот что значит благословением все делать, да. Всего шест можешь это его как-то туда на берег пока перебросить. А я буду вас держать, да, вы разгружайтесь. А можешь вот так вот его, да, на берег положи, да и все. Да, он... Вот сюда, ко мне, толкай его, я его подержу. Все, нас держит. Все. А мы сейчас быстренько разгружаем. А вы разгружайте, да. Только по голове не ударьте никого. Да. Ничего себе, сколько сойду. Досок там набито. Игорь, всяких. Держи, я сойду на берег. Давай. И. Оп.
Да не, вы сюда бросайте. Я посчитал, 65 стоит. Что стоит? Десяток, 65. А, 65, да, но это вообще дешево. Это, да, это нормально. Дешево. Это дешево. Для Барнаула это нормально. Деревенские. Обычно деревенские продают 80. Да, обычно, ну как бы так. Если... Ну так как они верующие, точно дешевле. Зато у них разбираются. Да? У него вот этот творожок, я советую тебе купить. Так я его просто сейчас быстро съем и все. Ну, давайте. Ну, он вообще не приглашал. Она мне говорит, давай я тебе вам подарю. Она сказала, 500 рублей килограмм. Не, для меня дорого. Я, а от тебе, как москвичу, возьми, поешь. Там потом заработаешь еще. Да, конечно. Ну, туда подойдем, ты к ним сходишь, да и все возьмешь. Попробуй там. Попало в воду. Да ты это, бери все, что можно, да и все. Поешь в эти ближайшие дни. А что и доведешь? Сейчас пост. Мы у вас все сидим. Сейчас пост. Какой ближайший? А, да, еще елки-палки. Да, 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 да. Да, я вообще... Творожок-то он может сохраниться еще. Ну ты. Не, я самолет не буду брать. Почему? Да и испортит там все это вообще там. Думаешь? А бутылки не. Тогда лучше не бери. Да, да. Володя, выключать. Так. Включать. А что, мы его вот те еще повыдергаем? Дядь Володя. Ну сейчас мы и туда. Мы сейчас, вот ты что там видел, вы сейчас опять наплываете туда и смотри зорко. Потому что я не вижу ничего уже. Дядь Володя. Так, а я пошел. Берега, оттолкнись. Дмитрий, да, да, я понял. А, вон это, Георгий оттолкнулся. Дядь Володя. Да я успею, вы что? Да уйди, Александр. Выключать? Нестор, ты снимай, снимай. Не-не, Дим, неправильно делаешь. Сзади отталкивайся, сзади. Да, я подгребу. Он направляющий, а ты сзади будешь толкать. Я подгребу. О, нормально. Как Робинзон и Крузо. Вот так, только в середину упрись, Дима. В середину упрись. Иначе она уйдет туда не надо. Сейчас давайте торчать. Робинзон и Пятница. Сейчас это, заходите вот сюда и смотрите, вот напротив. Я сейчас там встану, буду, и вы там напротив, где вот видели, нет, смотрите. Что, потом мы можем... Покайте, мы всегда успеем. Секунду, дальше пробегайся с ним. Да, я куча там. Ветра еще нет, хорошо все. Вот по прямому курсу сейчас, прямо идите вот сюда и смотрите. Смотрите, вот тут вот где-то вот от меня метров 5. Сейчас прямо, понял? Сейчас я туда подгляну. Вот от меня 5 метров. Надо тут осмотреть, вот. Вон, напротив, глядите, еще сходня тоже у батюшки. Вон, видишь, доски, доска лежит. Вон, там, на том мячике на воде, мы не просматриваем. А, не просматривается, да, уже? Ряд, все, да, тут было чисто. Тогда давайте шестами пробуйте долбить вот впереди себя. Вот, глядите, видите я где? Вот, вот в этом месте. Сейчас я подгребу. Такие, это не настоящие пиявки. Настоящие мелкие. Что думаешь? Настоящие, ну маленькие. Мелкие. Нет, тут и большие тоже есть. Ну что думаете, они мелкие? Я видел большие. Вот тут вот от вас и до... Да, вот здесь я вижу. Да подождите, пиявки, что вы с этими пиявками? Я-то грибу, что, он застоял. Стой, зачем ты так гребешься? Ты что, крутишься его? Я сейчас с той стороны подгребу, я... Вот тут вот где-то надо, смотри сейчас, смотри. Может, что увидишь. Вот тут вот это, до меня вот. Вот сюда, может быть, ближе, вот здесь. Вот тут. Да, вот напротив прям, вот. Ну, хорошо, Руль. Вот где я. Сейчас найдем, увидим. Еще чуть ближе к берегу прям. Вот так идите и смотрите. Вот тут где-то должно быть что-то. Ну, нырять тут нельзя однозначно. Плавать уже можно.
Тут уже ничего я не просматриваю. Я вот руками тут щупаю на глубину небольшую, с полметра. Вот так за мной прям идите. Ничего не видно? А, вообще ничего не видно. Ну мы что-то выдернули, значит, эти колы, которые там были. Вот, все, нашел. Тут. Нашел? Да. Давай. Все, отлично. Вот этот я и видел. Ага. Я его смогу поднять? Вот тут не знаю. Глубоковато? Нет. Нет, застаньте. Ну, да, ну и все, главное. Ну гляди, давай, где? Все, все прям. Так вот, все хорошо, прям. Еще примешиваю. И щупайте. А, вот, вижу. О, все, легкий. Легкий. Подплывай сюда. Подгребайте. Я его сейчас подтяну. Вытягивайте. Так, сейчас за эту. Да, я держу. Вот так видно, да? Да, он идет. Давай. Приляг туда. Давай. Оп. Легенько прям. Да. Ага. Гвоздем там таким хорошим. Да, гвозди. Это не мы били, это уже старые запасы. Ну все, теперь туда. Больше не видно, да? Больше не видно, да? Больше не видно. Вроде бы все там нормально. Все, туда? Теперь на него, да. Это вот это одна из этих ответвлений боковинок. А по центру мы тут вчера достали их громадину. Так, я вот так щупаю, вроде тут ничего нет. Опа-на, ох, гвоздатый, вот древний-то, ой-ой-ой. Ты его уже выкорчил? Да. Как больной зуб? Да, однозначно, кариес тут. Господь дал же такое. Только осторожно, чтоб, как там гвоздя не было. Чтоб брать их столько. А я вот это, стою на земле. Но все равно там что-нибудь как-то... Сюда прям натолкай в бок его. А вчера помнишь, как был-то погружен вообще? Такая же это. Не, ну вчера так гора была. Сухогруз такой был нормальный. О, подожди-ка, стой. Да, сейчас, да. Сейчас я ногой поднимаю. Что там? Да, сейчас держи. Пришвартуйтесь. Вот еще. Возьми, пожалуйста. Чтобы не сдвигалось. Вот это уже что-то. Еще. Идет вроде бы. Раз-два. Ты где, а? Не хочет. Где же он? Вот он. И раз. Тут я где-то уперся, еще вот что-то. В рассадку. Давай. О. Справа влево. О. Да. Подожди-ка, тут что-то еще. Тут еще что-то. Она вроде бы так начала идти-то. Тут какой-то пень. О, тут бревнище такое. Нормально. А тут на дне Енисея, сколько бревен, представляете? Там же сплав стоит. Да, там это, там 35 слоев. Там вообще. Давай еще. Сейчас я попробую. Раз, два. Ух ты, что же там такое держало, сейчас мы увидим. А, оно конкретно было забито, вот сучки. Да, больше. Вот до сюда было забито. Вот мы там раскачали, а это еще было вон в грязи-то. Так, еще сейчас. Вот это тут. А там еще есть. Еще вот тут палочки. Ну тут мелочь. Да там это не надо ничего. Там никого не будет. Бреднем будем. Нет, тут бреднем не будет. Так, ну и все.
Все? Все, заготовка на зиму, дров. Да. Готово. Все. Тут все, что можно. Опа! Только сказал, все, нет, не все. Стойте. Прям, да, нырять нельзя, я прям задел. Посмотри, где-то вот, вот оно. Вот оно. Да, не увидел. Глубоко. Стоп. Тормозите. Якорись. С этой стороны? Да, потому что он под наклоном большим. Он сейчас вот сюда куда-то выйдет. Так я ухаживаю, да? Так, раз-два. Раз-два. Ты что там вот такой? Ломается. Вот. Я держу. Так, сейчас я в него упрусь, он может сломаться, он прям треснул там. Он себе организм. Да. Чтобы на него вот так наступить. Надо тебе в ту сторону толкнуться. В ту сторону толкнуться. Да, вот там. Ага, на меня толкайся. На меня прям толкай. А я его буду давить. Ногами? Да. Что? Ой-ой-ой, тут их сколько. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Полно? Полно. Что-то тут такое непонятно. Доска торчит. Да глубоко, да? Как торчит и тут. Ну она как бы глубоковата, но тут вообще нырять нельзя. А где этот? Я его потерял. Вот оно, вот он. Надо будет табличку сделать прям вот. Да. Просто столкнуть, что категорически запрещено и все. Вот видишь, пузырьки идут. Вот впереди меня, видишь? Да, 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 конечно. Это я его расшатываю. Чуть-чуть дна не касаюсь. Не хватает мне просто. Так, что будет делать? Не знаю даже, что это. Он это, ну как бы сгибается и не хочет поддаваться. Он вот по таким вот так вот. Да, я помню. А вот тут вот доска, вот такая широкая, толстая. И она всего, может, метр торчит из воды. Обопрись на плот тогда. Подпираешь, но тебе надо якориться тогда, потому что он туда-сюда болтаться начинает. Давай попробую. Давай. Давай я вот туда-сюда долблю. Может поднимется чуть-чуть, чтобы зацепился Дима. Вот, видишь, Яна, вот она. Вот тут вижу, да, рука, да. Видишь, ну ты даже не дотянешься. Тебе далековато, глубоковато. О! Готов! Хруст, все, да, подплывай. Держи его. На нас, там нас. Давай. Потяни. Бери второй рукой. Вот. Ну все. Сломился он или что? Ну-ка. Точно обломился. Древний очень. Ну все. Все, да, все. Или еще что есть? Все. Ну, может быть, еще что есть, но как бы. Я с собой не хочу проверять. Ну да. Если бы маска была, да и маской тут не увидишь ничего. Ничего не видишь. Все, выплываем. Да. Сейчас тем более муть подняли. А? Муть подняли, еще не увидишь. Да, не видно ничего. Это надо граблями нам. Там это, там в самом низу есть много всяких бревна там лежат. А так, чтобы по поверхности. Вот в этом месте вот нырять ни в коем случае нельзя. Ну, да, а проплыть уже проплывешь. Здесь не пойдешь, здесь тело везде. Все равно надо табличку поставить. Здесь плохой берег, здесь никто не пойдет. Соблюдали бы нас по правилам, все бы нормально было. Надо вот те собирать, которые там. Доски. Да, вон на той стороне. Пока они не утонули. А то с топляком пойдут. Нет, а сколько там осталось? 12. 12 минут. Не надо за камеру стоит. Сейчас тогда это закинем.
Да. Вот кто управлял этим плотом, как я видел, вот лучше всех получается, да, у Георгия. Да, я сам. Я не знаю почему, то ли он где-то... на лодке плавал. Я на лодке приходил, на лодке. Он даже грести может. Он сплавлял как будто, вот. Но я... Володя вчера пырх-пырх. Я вообще... Только с блинным шестом пошло у вас дело. Да. А он, гляди, он прям этой штукой гребет, и у него получается все. Нет, нет, когда закончится. Все, вообще, прям... Когда выгрузится, да, уже. 10 минут осталось. 10 минут осталось. Хватит. Вам боком ложится. Да, я вас сейчас это придержу, так что. Я пришвартую. Пришвартуйся. Ну, я вас подержать просто. Подержу. Все, все, может это, не волноваться, сейчас я вас. Сейчас я уже встану на землю. Все, я стою. Готово дело. Все, приехали. Древнейшие есть прям бревна. Прям древние. Это вот проволока, это уже. Это вот помню, я так делал, как связывал. Лет 10 назад. А вот эти вот. Вот это колья древние, вот мы такие не вталкивали. Здоровые. А с какой смысл такие огромные? Зачем? Это вот пиявок, смотри, сколько. Еще у нас тут есть. А, ну да, пияхи, да? Ну да. Так этот шестик. Тоже, тоже на берег. Да, тоже на берег. Пускай все как. Нормально. Все. А теперь это туда ты гонишь или что? Куда? А я не знаю, где он был. Он там был напротив, где Володя этот, поливает. А там тропинка есть? Там, да, там тропинка у него, и там надо пришвартоваться, так что ты туда можешь его отогнать. Ну давай. Он тут как бы уже все. Мы все выдернули. Все тогда. Я поехал. Так, а кто скажет, сколько времени, а? Никто? 11:40. А? Вроде 11:40. 11:40? Где-то так. Ну, у нас еще время есть. Да, Нестор, вырубай камеру, я там сейчас раздеваться буду. Да, это, под камеру далеко-то. Да, хватит. Хватит под камеру.